Йоу-йоу-йоу, дорогие друзья, всем снова привет, с вами снова, как всегда, Шапка, это уже второй просчет, по счету промокод, вы слышите, второй, вот, вы молодцы, красавчики, набиваете онлайн. А вот тот, кто не переходит на стрим Гарены, не набивает онлайн, тот, ну, типа, брат, ну, ты виноват, ты не получишь третий промокод. А может, получишь, если вы, конечно же, будете переходить. Ну и, собственно, ребят, многие, как всегда, плачутся то, что не успевают завязать промокод. Обязательно, как всегда, ребят, строго, вы просто ставите колокольчик, реально, просто ставите колокольчик на уведомление. Вам приходит уведомление о видосе, и вы юзаете, собственно, промокод всю халяву. Просто так. Все очень легко и просто. Поэтому, ребят, обязательно ставим колокольчик на мой канал, чтобы не пропускать всю халяву. Если ты это сделал, то не забудь обязательно еще поставить лайки. Вот прямо сейчас ставь лайк. Ставь лайк, гребаный лайк ставь. Поставил, красава. Собственно, это все сделал, все молодец. Теперь переходим, естественно, набиваем онлайн на Free Fire Pro Liga. Ссылочка в описании, это второй уже день. Может быть, если ты, вот реально, если мы будем набивать онлайн, будет 3 промокода, может 4, а может и 5. Реально 5. Вот, просто все зависит от вашего онлайна. Если мы там, не знаю, по 30, по 50 тысяч онлайна будем делать, нам такие промики будут давать, вы бы только знали. Только все зависит от вас, поэтому смотрите про лигу, учитесь играть, ну и собственно все. Вот, если ты поставил колокольчик, не забыл, да? Все приходим, rewardfghgarena.com, там вводим промокод, и собственно промокод вот. Вот этот вот промокод вводим, получаем халяву. Собственно, все. Придет вам промокод на почту, либо на склад в течение 24 часов. Ну, а если ты не успел, колокольчик обязательно ставь. С вами был я, Жабка, ребят. Я думаю, что я с вами еще не прощаюсь. Все зависит только от вашего онлайна. Надеюсь, что будет еще третий промокод. Ну, если, конечно же, вы будете онлайн добивать. Поэтому переходи по ссылочке. Всем пока. А я, может быть, и не прощаюсь. Короче, я ушел.